Приветствую вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы. 2 мая 2019 года. На моих инжирах есть уже первые плодики. В чем же секрет и рецепт вот этого успеха, получения первого урожая на инжирах? А он очень прост. Дело в том, что я их укрываю на зиму, очень хорошо укрываю. И вот эти инжиры 31 марта раньше обычно открывала. Но в этом году, в связи с тем, что у меня ледниковый период, и я знала, что в апреле тоже будут заморозки, даже было до минус 5, поэтому были сняты картонки, а вот завязки остались. И когда ночью было холодно, сверху набрасывалась еще одна большая такая какая-нибудь тканевая тряпка, как ее можно назвать, старая ветошь. И укрывалась здесь пленкой или агроволокном, все, что было на ночь. А утром все это снова снималось. Конечно, занятие трудное, это целую неделю продолжалось у нас, вот таких ночных минусовых температур. Затем было тепло и снова. Ну, в общем, мы открывали и закрывали. Игрались. Ну вот в мае месяце уже есть первые плодики. Что я делаю сейчас? А сейчас я их освобождаю от плена вот этих лент старого капельного орошения, которые их собирали в букетики и удерживали вместе, и удерживали внутри вот эти бамбуковые ветви сухие. Аккуратно развязываю, и вот веточки уже расходятся в разные стороны. Надо очень аккуратно выбирать вот эти все веточки изнутри. Здесь тоже внизу и цветочные растения. Все вот это будет убираться. И освобождать растения будем от иго бамбукового в зимний период. Оно спасало, а сейчас оно уже мешает. Вот такой рецепт. Простой рецепт, но трудоемкий. Сохранение инжировых растений для того, чтобы они хорошо перезимовали и давали нам плоды. Я сейчас покажу еще экспериментальный один инжир, чтобы доказать нужность именно хорошего укрытия в зимний период. Вот оно, экспериментальное одно растение инжира. Я его укрыла только агроволокном и сверху пленкой старой. К сожалению, оно не выжило. Вот так оно пережило зиму. Ну, будем наблюдать, ниже почечки есть, будут распускаться, будет второй урожай. Поэтому нужно обязательно укрывать хорошо растения, чтобы получить два урожая за сезон. Ну, если хотите увидеть, как я буду дальше работать с этими растениями, и урожай, и первый, и второй, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Для вас это несложно, а нам приятно. Всего вам самого доброго. Удачи вам!